На Сахалин прилетели олимпийские чемпионы по лыжным гонкам. В аэропорту областной столицы в четверг встречали Дениса Спецова, Юлию Ступак, Александра Панжинского и Ивана Якимушкина. Члены сборной России прибыли на остров для участия в предстоящем марафоне имени Игоря Фархудинова. Перед забегами гостей ждет насыщенная программа. Первый день отведут под знакомство с Сахалином. Запланированы встречи со СМИ. К полноценным тренировкам лыжники приступят в пятницу. В этот же день состоится мастер-класс серебряного призера Олимпиады 2010 в Ванкувере Александра Панжинского. Сахалин, ну, одно из мест, из тех, которые, наверное, я хотел бы посетить, посмотреть вообще природу и все-таки восточной части нашей страны, и вообще не только страны. У меня выступать получалось лучше, и это доказывали Олимпиада в Китае и в Корее, поэтому, надеюсь, мне здесь повезет больше, чем в центральной части России. В рамках марафона олимпийские чемпионы выйдут на дистанцию в 50 километров. Напомню, забеги состоятся в субботу, 11 марта. Спортсмены стартуют в селе Лесное. Финиш в этом году перенесли в парк имени Гагарина в Южно-Сахалинске.